Тут я нашел хороший пример показать, как строили столбовые хаты. Но это уже современная, более, наверное, 60-е года. Не такая старинная. Но суть заключается в том, что... Сейчас я вам покажу. Вот так по всему периметру забиты в землю столбы. Вот тут, в частности, железнодорожные шпалы забиты. И оббиты дранкой они вот так. Подранкованы. А сверху налеплена глина. Вот. И побелена. Помазана и побелена. Вот так строили раньше дома. Это столбовые. Саманные. Я уже делал обзор, как саманные сделаны. Тут тоже все упало. Вот хотел показать. Вот потолок тоже. Подранкованы, уложены доски, подранкованы и помазано. Ну тут уже вся обмазка упала на пол. Уже ничего тут нету. Ну, домик был такой, скажем, неплохой. Ну, 4 комнаты. Ну, уже ему все. Уже он пропал. Люди не живут. Люди не живут здесь, а. Колодец остался. Колодец. Колодец тоже современный, с кольцами. Вот так, как-то так. Доживают эти дома. Скоро их разберут на дрова. А то и может и дрова уже им не понадобятся, потому что они внутри уже гнилые, эти дома. Эти доски. Ничего интересного. Это верандочка была. Крыша завалилась, а веранда. Вот так. И вся садыба заросла. Даже солнца нету здесь. Вот. Печально все. Но... Так должно, наверное, быть.